Доброго ранку, пані Юліє. Прошу вас сьогодні розповісти нашим телеглядачам про те, як створювати свій настрій з самого ранку. Ну, давайте розберемося, вообще, що таке настроєння. Да? Це такий настрой на день, на жизнь, на свою. І на самом деле, вот, когда те люди, которые просыпаются с утра уже в плохом настроении, потому что во сне, ну, предполагается, что у нас произошел отдых. Отдых тела, отдых от жизни, да, то есть от нашей активности. Mm-hmm. Вот. И если человек просыпается с утра уже в плохом настроении, то это говорит о том, что у него какая-то часть его жизни точно его не удовлетворяет. Может быть, это работа его, может быть, еще какие-то обстоятельства жизни. То есть ему не нравится. Но изменить он не знает как, не может. И здесь очень хорошо было бы, если физически, чисто физически, то хотя бы просто растянуть тело, потянуться хорошо-хорошо, то есть отпустить все мысли, ни о чем не думать. Может быть, подойти к окну и вдохнуть свежий воздух. Через 2 недели жизнь уже начнет улучшаться, настроение улучшится. Самоналаштування – це, звичайно, добре, але є таке поняття, як зовнішні фактори. І коли в людини є сім'я, цю сім'ю потрібно відвести до школи, вдягнути, покормити і таке інше, незалежно від того, як розподіляються обов'язки у цій сім'ї. Як зробити так, щоб настрій родини, якщо він поганий, не передався і мені. Да, это внешние обстоятельства, которые помогают нам развиваться, я бы так сказала, да, потому что на самом деле, чем больше у нас каких-то внешних процессов, которые нас стимулируют двигаться, они нам немножко усложняют жизнь, тем более развитие мы становимся. И здесь вот если мы про такую ситуацию говорим, например, муж проснулся в плохом настроении, или дети, они хотят идти в школу, да, то есть они тоже прогнозируют день, они, у них уже настроение плохое, школа не хочу, да, не хочу идти. То, соответственно, и она поддается этому настроению окружающих, то тогда, естественно, она попадает в это состояние. Это есть такие целая серия упражнений, которые помогают просто разграничивать, где мое состояние настроения, где другого. И когда мы научаемся это делать, то мы еще и можем влиять на настроение другого позитивно, да, то есть улучшать настроение детей и так далее. Якщо з сім'єю можна домовитися, то що ви скажете про людей, які знаходяться поза рамками родини? Чужі люди, сторонні люди, які зустрічаються нам на подорозі до роботи, на роботі і в будь-яких інших містах, де нам доводиться бути протягом дня? Діло в тому, що реакція на вот этих окружающі события і окружающих людей – це більше наше внутрішнє зараз состояние. Якщо у нас состояние повного спокійствия, гармонии, у нас жизнь прекрасна, все удалось, мы полностью удовлетворены, мы никогда не среагируем ни на какое такое внешнее событие. Но если у нас какая-то сфера потребностей не удовлетворена, то мы сразу же среагируем, потому что как бы этот человек для нас будет являться провокатором, провокатором нашего внутреннего состояния. И таким образом мы просто делаем выплеск. Если мы улыбнемся и останемся в таком же спокойном состоянии, то это будет уже снятие агрессивности, то есть влияние на настроение, состояние другого человека. Но вот остаться внутри спокойным, это возможно только если ты научился жить там в балансе, да, то есть, во-первых, определил все свои, ну, как-то выстроил свою жизнь так, как хотелось бы на данный момент времени. И действительно, такие ежедневные практики, вот то, что мы вначале говорили, да, то есть настрой на день, там вода, солнце, какие-то растяжки, вот они дают такой эффект эмоциональной стабильности. И наостанок, пані Юлія, ваші поради нашим телеглядачам, як створити гарний настрій собі на день, рік, тиждень та й протягом цілого життя? Я желаю всем телезрителям войти в сегодняшний день с хорошим настроением, сохранить его на весь день, а чтобы настроение действительно было таким приятным и классным в течение недели, месяца, года и даже жизни, не бойтесь узнавать себя, не бойтесь понимать свои эмоции. И самое главное, не бойтесь влиять на свою жизнь так, как вам хочется. Входите в то будущее, которое вы себе видите и планируете.